Здравствуйте, поклонники истории и культуры Узбекистана. Я хочу вам рассказать еще об одной интересной, ценной книге. Она называется «Музеи Узбекистана». Узбекистан является одним из очагов древней цивилизации, богат средневековыми памятниками и географически расположен между Востоком и Западом, Севером и Югом. Поэтому на территории нашей республики очень много музеев, памятников культуры и истории. Два ведущих ученых – это доктор исторических наук, директор Музея истории Узбекистана, а также одна из ведущих ученых, специалист как по истории, так и по изобразительному искусству Лефтеева Лариса Георгиевна создали книгу «Музеи Узбекистана». В этой книге приводятся сведения о всех музеях, находящихся как в Ташкенте, так и в областях. Интересно и ценно эта книга еще тем, что она охватывает даже те музеи, которые созданы недавно. Здесь авторы собрали очень много материала, потому что, как только я сказал, что у нас богат наша республика памятниками культуры, старины, древности. За последнее время, в годы независимости, создано еще несколько музеев, реставрированы и заново воссозданы ранее существовавшие музеи. И музейному делу в Узбекистане придается очень большое значение. И эта книга ценна и интересна тем, что рядом с музеем приводятся их фотографии и сведения о ценных экспонатах, об их деятельности. И в конце этой книги приводятся адреса всех музеев Узбекистана. И после этого приложен список использованных материалов. В целом, музей Узбекистана очень ценный справочник как для студентов, изучающих историю Узбекистана и музейное дело, так и туристов, которые хотят ознакомиться как в жизни нашего народа, так и с нашей историей. Наша история рассказывается как в ценных рукописных книгах, а также материальных культурах, которые бережно хранятся в многочисленных наших музеях. Я поздравляю авторов этой книги Исмаиловой Джаннат Хамидовны и Лефтеевой Ларисе Георгиевне, что они создали ценные книги о музеях Узбекистана. Если вам понравятся мои сведения, я надеюсь, что вы поставите лайк и в комментарии оставите свое мнение. Только когда я ознакомился с тиражом этой книги, она издана только всего 100 экземпляров. Я думаю, эту книгу желательно
издать массовым тиражом, чтобы ее могли пользоваться как специалисты, так и в школах и в других научных учреждениях. Спасибо за внимание.